Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, мы с вами продолжаем играть в игрушку Valiant Hearts, мы остановились на этом моменте, где у нас Фредди вышел из вот этого вот бункера, который мы с вами подорвали. И отправляемся мы с вами в путь, мы находимся с вами в самом пекле сражения, даже не знаю, как это назвать, прям вообще. У нас и вертолеты, и самолеты, и пушки, то есть вообще ужас. После множества неудач, ценой огромных жертв, канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым днем. Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой. Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. Так, продвигаемся дальше. Интересно, что же будет. Давайте, наверное, прочитаем. Так, нет, не туда. Давайте прочитаем дневники. Очень интересно, что дневники. Так. А, ну мы это читали, да? Я не шпион, сколько раз нужно это повторить, чтобы они мне поверили. Их не убеждает даже то, что я служил под командованием фон Дорфа. Так, Мари, Виктора, хоть на минуту, я обязательно должен знать, что с ними все в порядке. Но для того, чтобы встретиться с семьей, мне сначала нужно выбраться отсюда. Так, ну то есть пока что никаких это нету. Новых новостей в дневниках, мыслей наших героев, поэтому мы с вами просто будем сейчас продвигаться. Ага, так, видите, там какой-то колокол. Будем сейчас смотреть. Угу. Так, что там? Что там происходит? Лает собака, что-то хочет. Угу. Видите, как все интересно, все в этом, в дыму. А ну-ка, зачем только? Чтоб сюда ее поднять. Во, в окно, отлично. Что мы открыли, только я не понимаю. Угу, какие-то записи мы нашли. Но становится все тяжелее и тяжелее играть. Лестница. Сюда пройти мы никак не можем. Тут у нас стенка. Угу. Так. Ну окей, толкнет она, да, этот рычаг. Я не вижу, что происходит. Что-то приехало, что-то отъехало. Ага, вот, какая-то тележка. Стоять. Ну. Может быть, надо собаку, чтобы она сюда прыгнула? Ага, есть контакт. Теперь будем тянуть. А что там она делает? Вообще ничего не видно. Вот, она перешла. Все. Теперь понятно. Вообще не видно. Интересно, когда не видно, вот правда. Прям начинаешь чувствовать, что тяжело, тяжело, когда не видишь предметов различных. А чё она мне не отдает? О. Ну, нам, в принципе, тут по барабану. Нам надо, наверное, туда идти. Наверх. Ага, он посмотрел. И на этом все, да? Так, и что? Только не говорите мне, что нужно банк избить. Очень интересно, но ок, ладно, хорошо. Это типа была бомба, наверное, да, или что, ну, в этих ящиках. А кому-то нужна помощь. Бежим вперед на помощь всем. Чип и Дейл спешат на помощь. Ох, ё-моё. Мари. Кирпич, брать твою мать! Сейчас будем спасать, Мари!
Нас нет времени на игры, мы должны воевать. Что тут у нас? Крюк. Хрен его знает, куда мы его, зачем, непонятно. Так, ничего не понятно. Что-то открыли, куда-то крюк отправили. Вообще без понятия. Сейчас будем разбираться. Крюк есть, да? Чё собака? Собака ничего сделать не может. Ну, посадили мы ее в корзину здесь. Здесь. И что дальше? Что дальше? Мы дальше ничего сделать не можем. Ни туда, ни туда, мы можем только сюда вернуться. Так. Я думаю, если разбить окно, будет больше видимости, правильно? Правильно. Теперь, что теперь? Собаку мы использовать не можем. Мы ее куда-то отправили. Кстати, корзину! Нет, я неправильно делаю. Корзину, наверное, можно взять. Вылези отсюда. Да. Точно, ее можно взять. Залазь сюда в корзину. Теперь прикольно она прыгает, конечно. Псина. Теперь, как я понимаю, рычаг подымет. Мы ее потом сможем подтянуть к себе. И лампа там есть. Лампу, наверное, нужно взять, да? Да. На единичку она. Угу. О! Проход открыла нам собака. Но тут оно. Тут у нас ничего нет. Такого нужного, отдельного. Мы взяли монетку. Ну а чё она, я не пойму. Очень интересно. Ладно, хрен с ним. Может быть, мы без нее можем уйти, тогда она там появится, нет? А, ну в окно мы тоже не можем. Так, корзину. Не зря же мы сюда подтягиваем корзину, правильно? Значит, собака должна выпрыгнуть в окно, скорее всего. Если мы подтягиваем корзину, ее нужно будет еще опустить. Так, ты где? Чё за баг, я не пойму. То есть она спустилась, это все забагалось и все, да? Ну, иди. Боже мой, не пойму, почему она не хочет идти на единицу. Странно, она и ко мне не хочет, эта собака, и на единицу не хочет идти. О, все, получилось. Ну, видно, подтупливает. Да нет! Блин, убежала, это ужас, а не собака какая-то. Иди сюда. Ну, а что она не хочет? Тю, блин. И все, да? Гав-гав, и все. На этом закончилось все. Очень интересно. А нам нужно перейти туда. Но мы не можем это сделать. Почему-то. А почему? Непонятно. Собака там. Но здесь я, даже если она поднимет, я дальше пробегаю, а ничего не могу. Ладно, сейчас подумаем. Я подумал, если у нас получается, собака нам важна здесь, значит, что мы? Мы и тройка, да, у нас появилась теперь. Непонятно, появилась тройка, только ничего сделать не могу. Хорошо. Нас пропустили сюда. Мы также ничего не можем. И наверх не можем. Бросить. Тоже не варик, потому что упирается все в стенку.
Здесь взять ничего не получается. Но горит тройка. Не пойму, правда, что дает эта тройка. Вот она. Ай, боже мой. Да чего я этот? Глупый, блин. Все, вот так вот надо было сделать. Черт возьми. Это ж надо было вот так протупить. А я все сижу и думаю, как нам туда зайти. Боже, ну это прям вообще. Что-то я затупил конкретно. Вот прям вообще жесть. Зачем? СОС кричит, СОС, да. Да, СОС, сейчас мы придем помогать. Не переживаем. Собака ничего сделать не может опять. Она стоит. Так. Но не зря ж мы сюда спустились, правильно? Что-то же, значит, здесь должно быть, что можно сделать. Кидать тоже варика никакого нет. Ну, то есть, как не варика. О, даже такое может быть. Интересно. О. Не, ерунда какая-то. Ерунду мы взяли. Не нужно нам. Давай, нам надо Мари спасти. Попытаться хотя бы спасти. Вообще желательно спасти. Не хочется, чтобы она погибла. Так, там внизу дырка. Яма, и они, получается, там. Крутяк. То двигаешь вниз, падает это вверх. Ух. И куда нам? Я аж, у меня даже нет слов просто. Я бы тоже так поступил, но это жестко. Эмиль был еще слаб, но генералу нужен был каждый солдат для крупного наступления. Это была очередная битва, решавшая исход войны. Эмиль. Ну что ж, я так понимаю, там должно быть все хорошо. Здесь ничего нет. Направляемся туда, куда орёт этот мужик. Капитан, генерал. Вообще, кто это, без понятия. Собрали мы бригаду. Ух, работаем до двух. Все раненые, кто-то при смерти, кто-то вообще он мертвый лежит. Зрелище не из приятных, скажу я вам вообще. Особенно если так и не на войне действительно. Так, побежали, сейчас, наверное, бомбежка будет или еще что-то. Но как всегда. Что-то да будет. Ага, это уже я. Я, это мой косяк. Надо подождать, перекурить, а потом убегать. Стоять. Ни в коем случае нельзя быть беспечным.
Иначе можно быстро погибнуть. Толкаем, толкаем, толкаем. Этот ящик со снарядами, представляете, толкать. Какие-то опять записки или письма подберем. А вот в прошлый раз то мы не прочитали. Блин, ну это, конечно, эпик фейл. По-другому это не назвать. Отодвинуть, подняться на подъемники и в итоге сразу же умереть. Вот, пока не стреляют, нужно подниматься. Тут я просто не знал, что будут стрелять. Давай, друг, быстрей! Это нехорошо. Буду ждать. Давай, иди туда сам. Погиб. Но этот орёт, типа, валите. Вообще пофигу, что тот умер, мужик. Поймели, подошел. О, подумал. Да, лежит. О, твою ж дивизию, ну это, конечно, вообще жесть. Типа, о, ну да. Ты, друг, ранен, походу. Тебе надо помочь. Ну, вообще-то, да, нужно помочь. Заткнись, ублюдок. А, даже такое может быть. Короче, нельзя на него нападать. Я думал, сейчас мы его лопатой немножечко подрежем, но не-не-не. Не приветствуется. Зато командует, видите, урод. Кричит, типа, давай в бой, плевать, что вы все пойдете под пулеметным огнем. Вообще, по барабану. Ну, ладно, подождем. Давай, Эмиль, давай. Времени нет. Ух. Бегом, 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 бегом. Окоп, окоп, в окоп. Эмиль, красава. Отлично. Нет, 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 нет. Нет, я вас вижу. Что вы там спрятались, говнюки. Надо здесь тоже. Гляньте, нет, 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 нет. Блин. Короче, вот тут можно заныкаться. Долго стреляют. Пока неплохо держимся, хорошо, я бы сказал. Бывали и хуже моменты, когда вообще только так нас резали. Ух ты, ё-моё! На грани, ребята, на грани это было. Ждем. Еще. В других рядах, получается, вообще все погибают, всех косят. Как этих. Так, мы здесь можем прокопаться вниз, но только чуть-чуть дальше. Вот, вот здесь. Копаем, Эмиль, копаем. Фу, тихо. Тихо. Так, вот здесь даже... Ага, так. Вот так. Я помню, что надо на две кнопки нажимать одновременно. То есть вверх, прямо и вверх, иначе ничего не получится. Отлично. Тут тоже ждем. Сейчас по-любому на холмах тут появится, не? Повезло. Помогаем раненому? Помогаем. Вот, 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 видели, появились ублюдки. Жесть. Мясорубка, мясо просто. И этот ублюдок. Я пауэр-лопатой зарубил, отвечаю. Вот он меня прям аж бесит. Мой косяк. Вот правда, с его отношением я бы его лопатой нафиг зарубил. Видите, они ждут. Надо тоже ждать. Гляньте, сколько тут. Они просто в трупы. В трупы стреляют. Прям по трупам пулями. Ух, ё-моё. Прям лупасят, поливают огнем.
Неожиданность, наш конек. Блин. Тяжелая миссия, я вам хочу сказать. Вообще тяжко проходится. Давай, подрывай, братан. Ну нажми! Нифига, не зашло. О, этот бежит опять сюда. Командир полка. Давай вперед! Отлично, отлично. Не, мы неплохо движемся. Нас осталось только трое. Все остальные уже погибли. Сейчас будет бомбардировка. Наверное, один Эмиль останется в живых, скорее всего. Ну, блин, если бы у Эмиля не было бы бесконечных жизней, Эмиль бы не остался бы в живых, это точно. Я постоянно пытаюсь побыстрее, попадаю под пулеметный огонь, еще под что-то и умираю. И тут тоже взрыв, и сразу же начинают стрелять. Если бы боты бы не ошибались, вот эти, за ними бы можно было бы как бы двигаться постоянно и не париться. Но они же тоже ошибаются, их тоже ж убивают. Давай, 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 залазь. Стоять. Стоять. Ты, блин, надо вниз, наверное, копаться. И медлить нельзя, походу, как я понимаю. Черт, и что нам делать? Ни хрена себе. И гляньте, это так и не взорвалось, а я в шоке. И что нам делать? Вот это эпик фейл, я вам отвечаю. Это просто... Блин. Это просто эпик. Так, вниз. Блин. Ну, блин. Давай, Эмиль, братан. Копаемся вниз. Вот. Подосрали нам ситуацию. Все, вверх. Еще вверх. Вниз. Это миссия тяжкая, я вам хочу сказать. А-а-а! Так, давайте на этом закончим, дорогие друзья. В следующую серию уже мы с вами будем пробиваться через вот этот вот барьер подземный и стремиться пройти эту миссию. С вами был Акамарач, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте большой пальцы вверх и до скорых встреч, пока!